Все, мама, бабушка, простите меня, пожалуйста, за маты. Давай. Сейчас, подожди, стой. Все, раз, просто. Два, три. Сразу держаться можно или не жевать? Да, можешь. Да не надо, сейчас не гони держаться, не просто отталкивайся. Ладно, все, так раз. Блять, сука. Сейчас, секундочку, пожалуйста, можно минутку еще? Все, встала? Господи. Мне точно все прикрепили нормально? Да, точно все? Да. Я не буду единственный такой. Блять! Все. Все. Не надо. Точно держаться можно? Да можно, можно. Не гони держаться. Я нет, ладно. Блять! Я, совет, держаться не я не могу. Андрюш, скажи, что тут 2 метра всего. Тут? Сука. Блять, я не могу. Я не могу. Не толкать только. Ёб твою мать. В этой камере сейчас вот это все... Да я понимаю, блядь! Я тоже. Короче, мать, ты когда упадешь, ты там разобьешься, а тебя ничего не останется. Так... Андрюх, спасибо, блядь! Ты даже ничего не успеешь понять. Поверь. А если просто плашмя упаду, да, нормально? Да, да, нормально. Все? Падай. Отпускай. Раз, два, три. Ура! Простите за маты! О, бля, пиздец, да ну нахуй! Я смог, блядь! А, ебать! Ох, ёпкой! Да ну нахуй! Блять, куда меня несет? Жив, цел, орел. Ань, не смотри вниз. Не смотри вниз. А что дальше делать? Мама! А? Мне так что-то надо, я трезвый. Давай, смотри, я тебе улыбнусь, это будет последний кадр, что я...